Благодаря участию Кашхабльского района в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования в этом году на базе Игнатьевской школы будет создан Центр коллективного творчества, технологического и гуманитарного образования «Точка роста». Несмотря на отпуска учителей и каникулы детей, жизнь в здании школы не замерла. Сейчас повсюду кипит работа. В помещениях и классах трудятся специалисты подрядной организации. Задач перед ними стоит множество, поэтому, по словам представителя подрядной организации, работают они посменно в круглосуточном режиме. Ведь времени до начала учебного года остается мало, а объект они планируют сдать до конца этого месяца. Это у нас уже не первая школа в Кашхабльском районе, практически все школы мы сделали. На данном моменте у нас ведется штукатурные работы. Мы планируем на днях закончить. Тут планируется бетонное покрытие полов, плиточная работа в дальнейшем, канализация, сантехника, все меняется. Электромонтажные работы полностью проведены уже, дверные блоки поменяются. Тут будет красиво, уютно. В дальнейшем будет приятно, конечно, в таких классах учиться и для учителей будет комфортный для, соответственно, детей. Еще с конца мая в кабинетах начались ремонтные работы. В ближайшие несколько недель специалистам предстоит выполнить работу по приведению помещений школы в соответствии с фирменным стилем центра «Точка роста». В дальнейшем кабинеты за счет федерального и регионального бюджетов будут оснащены современным оборудованием для увлекательных занятий по учебным предметам химия, биология и физика. О том, что предстоит еще сделать, подробно рассказала директор учебного заведения Зурят Хубсарокова. Уже проведено немало работ, монтажные работы, электричество провели. Радует, что дети будут учиться в хороших условиях, оборудование уже получаем по физике, по биологии, химии. Хочу, пользуясь случаем, сказать спасибо руководству нашего района за такую возможность обновить нашу школу, сделать уютнее, красивее. И спасибо, конечно, подрядчику за то, что он за столь короткий срок старается сделать самое максимальное для детей. Уже с нового учебного года еще в двух школах района, а именно в Кашхабльской школе номер 2 и в Вольнинском общеобразовательном учреждении, расширятся возможности обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленности программ дополнительного образования. Следует отметить, что все работы по капитальному ремонту осуществляются за счет средств районного бюджета.